Всем привет, друзья! Хорошего дня или вечера. Мы в магазине Fix Price города Челябинска. Я расскажу вам о тех товарах, которые к нам привезли. Снова большой выбор алмазной мозаики. Приблизительный размер 20 на 20 сантиметров. В комплекте есть все необходимое. Цена 99 рублей. Я бы хотела вам показать, какие у нас есть, но из-за этой тележки невозможно пройти. Чехол для одежды. Непрозрачная, размер 80 на 60 сантиметров, цвета в ассортименте за 59. А вот этот чехол для одежды размером 60 на 130 сантиметров сейчас по акции 68 рублей. Новые органайзеры для хранения размером 30 сантиметров, от предыдущих отличаются лишь своим рисунком. Очень вместительные, с одной петелькой. Вот такой есть еще не менее интересный рисунок. Цена 299 рублей. Креатив товаров Fix Price просто зашкаливает. Раз год кролика, то давайте сделаем ушки и на мочалке. Три цвета в наличии, 59 рублей. Пакеты для строительного мусора в сером цвете. 10 штук, 240 литров за 149. Ведра с ручкой, пластиковые, не мягкие. Объем 8 литров, есть сливной носик. Цена 79 рублей. И вот такие цвета в наличии. Ополаскиватель для полости рта Вилсаден с экстрактом лимона и мяты 260 мл, цена 59. Мыло Дуру с молоком и кремом 140 грамм, цена 79 рублей. В магазине Fix Price так много выбора мыла. Кстати, Дуру в больших упаковках стоит 149 рублей, там 4 куска. Абсолют за 39,50 пришел. Гель-скраб для лица Spring Blossom, регенерирующий, 100 мл, цена 79 рублей. Пишите, кто пользовался. Пена для ванны, которая меняет цвет в воде. Да, я вам уже показывала его в одном из магазинов, но по этому адресу с ароматом колы. С желтого цвет меняется на голубой, цена 149. Новая поставка соли для ванны с шиммером, первая была разобрана быстро. С базиликом и мандарином 250 грамм. Есть с виноградом в другом цвете и с орхидеей. Вербена и лемонграсс, цена 149 рублей. Средство для мытья посуды Клинаме с ароматом апельсина, 450 мл, цена 59 рублей. Жидкое. Освежитель воздуха для дома Верти с необычным ароматом гавайского сандала. Другой не менее необычный вариант, ямайский имбирь за 149. Ну наконец-то я нашла эту иранскую посуду. Салатник объемом 600 мл за 99. Самый большой размером 24 сантиметра за 299 рублей. Плоская тарелка диаметром 25 сантиметров за 149 рублей. Маленькая размером 19,5 за 99 опаловое стекло. И глубокая, хотя и не очень суповая тарелка 22,5 сантиметра за 149 рублей. Все аккуратные. Великолепные фужеры для вина из линейки Цезарь. Увесистые. 330 мл за 99. Вся линейка найдена в магазине. Стаканы высокие, низкие. Еще есть для шампанского, но с другим рисунком. За 99 рублей. Не думала, что можно восхищаться стопками, но эти хороши. 33 рубля, 74 мл. Стеклянные кружки, ничего лишнего. Ручки не прямые, а немного скошенные. 370 мл, цена 99. Ничуть не хуже выглядят вот эти салатники с цветным рисунком. 820 мл за 79. Большие салатники объемом 1,4 литра за 149 рублей. Тарелки тоже за 149, 27,5 сантиметров. Большая тарелка с невысокими бортиками, диаметр 26,5 сантиметров за 149 рублей в черном цвете. И такие же есть маленькие за 59 рублей. Маленькие все-таки чуть-чуть отличаются формой, 19,5 сантиметров. Форма для создания красивого порционного салата 55 рублей. Квадратная и круглая. Набор форм 6 штук для создания елочки из печенья. Вот вам и пример на картинке, и еще рецепт 79 рублей. Такие бумажные формы со шпажками тоже привозили к прошлому Новому году. В наборе 24 штуки, нашла два дизайна, 79 рублей. Кофе Якобс Меликана. Цена 199 рублей, масса 75 грамм. Якобс выходит дороже, чем Nescafe, 299 рублей за 120 грамм, а Nescafe за 190-249. Какао-напиток, растворимый, порошковый, горячий шоколад.
250 грамм, цена 79 рублей. Как он на вкус? Вкусный маккофе капучино в пакетиках, в упаковке 5 штук за 69. Очень красивая упаковка чая, жестяная банка, 149 рублей, 100 грамм. Фруктовое желе в упаковке 4 вкуса, 99 рублей. Необычные вкусы, манго, ананас, личи. Я пробовала, мне не зашли. Конфеты Life от марки Conti, тоже желейные, со вкусом имбиря с лимоном. Должны быть освежающими. 220 грамм, 59 рублей. У кассы можно найти вот такие батончики Марс, совсем маленькие, на один укус за 15,80, 21 грамм. Друзья, помните, что в такие нелегкие времена каждому блогеру нужна ваша поддержка. И я вас попрошу поставить лайк под видео. Влажные салфетки для автомобиля. Интересно, чем они отличаются от обычных. В упаковке 150 штук за 99. Подсветка светодиодная от марки Flarks. Работает от сети. Также есть специальное крепление. Длина 100 сантиметров, шнур 60 сантиметров, световой поток 120 люминов. Цена 249 рублей. И упаковки вы сразу сможете понять, какой свет. Холодный голубой или теплый желтый. Ароматизатор воздуха, цена 79 рублей. Вот такая пластинка подвешивается на стекло за резинку. В ассортименте без тестеров. За 99 рублей можно приобрести ароматизатор подвесной. В стеклянном флаконе 5 мл с тестерами. Сумка по форме напоминает поясную, но она через плечо идет. Внутри все прошито, швы прикрыты, два кармана. Широкий ремешок, регулируется, есть карабин. Размер 5,5 на 30 на 16 сантиметров. В четырех цветах за 299 рублей. Новые дизайны смешных вязаных носочков за 299 рублей с антискользящим покрытием. Не знаю, удобно ли ходить с такими игрушками сверху, но выглядит это интересно. Собачки, пингвины, лошади. Носки космонавта 99 рублей, две пары высокие детские. 67% хлопка, носки хорошенькие, на всех изображены космические элементы, цвета не яркие. Женские носки 75% акрил, размер 35-40 с подворотом. Большой выбор расцветок, цена 79 рублей. Детские многоразовые прописи, внутри коробки 6 карточек и 4 фломастера. На разные темы. Что изображено на карточках, можно посмотреть на обратной стороне коробки. 79 рублей. На сегодня у меня все. Благодарю вас за просмотр. Мы встретимся с вами уже очень скоро. Желаю вам отличного настроения, хороших покупок. Пока-пока!